Все важные вехи от рождения до смерти человека фиксируются в записях актов гражданского состояния. И бракосочетание, и расторжение семейных уз. И в печали, и в радости каждого гражданина сопровождают сотрудники ЗАГСа. В день 105-летия структуры встретили специалисты подразделений города и области. Структура за эту пятилетку стала современнее и удобнее и для работников, и для жителей страны, уверена Жанна Назарова. За последние 5 лет органами ЗАГС Российской Федерации был полностью оцифрован весь наш громадный архив. То есть с 1926 года, то есть почти за 100-летний юбилей, весь архив был оцифрован, конвертирован в единую федеральную систему, которой мы теперь пользуемся всей страной. Благодаря созданию единой базы можно, например, регистрировать ребенка не только по месту рождения, но и в любом отделении. Остальные процедуры, для которых необходим ЗАГС, тоже теперь не привязаны к прописке. В соответствии с политической обстановкой в ЗАГСе меняется и подход ко времени. Оно ценно, особенно для любящих сердец. Для тех, кто вот прошел у нас и был подвергнут процедуре мобилизации, мы применяли статью Семейного кодекса, которая позволяла нам регистрировать прямо в день обращения. Дамы в бордовых костюмах и галстуках собрались на торжестве в губернаторском зале Конгресс-холла. Так сложилось, что специалисты этого госоргана в большинстве женщины. На церемонию награждения приехали и маститые профессионалы, и начинающие. Евгения Грошева из Меликесского района работает с февраля этого года. Кроме скрупулезной работы с документами, она, как и ее коллеги, сочиняет трогательные строки для молодоженов. Семейный уют, разговор, улыбки, прощание, встречи, объятия сердец. Любовь и тепло, несмотря на ошибки. Рядом с детьми самый лучший отец. Наравне с опытными коллегами Евгения получила награду. Она победила в конкурсе профессионального мастерства. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.